Всем здорово. Всем привет, меня зовут Кассир, я билетный кассир на станции Витязева Серверского метрополитена, который находится на территории Великой Роблоксерии. И да, вам билет, да, здрасте. Регион Серверская область. Да. Да, мне билет, хотя у меня есть. У меня есть. Неважно. Ладно, кстати, мы... Касса закрыта, хорошо. Вот. Кстати, вот такой вот выход там есть. И вот, да. Я не показал. Когда показал. Это транспортная карта. Вот такие они выглядят на самом деле. Прикольненько, в принципе. Так, возможно, проходим. Сделать текстуру пак. Я, в принципе, могу сделать, но Саша не умеет его скачивать. В смысле? Не, если ты научишься скачивать, я могу скачать. А, хорошо. Давай я первый поеду. Ну, садись. Спасибо большое. Поехал. Это, кстати, станция Витязева вот такая вот. Да-да. Она похожа на станцию Большой каньон. Похоже. Я, кстати, тут проверял какое-то время. Мне стало интересно. Я все бочки вручную сломал. И проверил, нет ли там какого-нибудь спрятанного интересной штуки. Mm-hmm. Это, кстати, наземный участок. Бочки вручную. Это наземный участок у нас. Первый на этой линии. Дальше у нас идет просто тоннель и станция. Это станция имени ОО, информатора нет. Имени старого ОО. Да. Вот. Просто давайте я расскажу историю, почему имени старого ОО. Просто это было в сентябре 2019 года. И у Саши канал, он хотел поменять с русского на английский раскладку, а в итоге у него получилось имени... Канал назывался ОО. И он так месяц или сколько это назывался. Угу. У меня, кстати, у ПРО в старом метро, который находился в городе Профессиональский, была станция имени ОО. Угу. Которая приходила на станцию имени Саши в Майнкрафт. Да. Но потом она была переименована в Карнавальную, а потом того метро не стало, и его больше не будет никогда. Печально. Угу. Кстати, следующая станция — Шахты. Информатора не будет, но, в принципе, могу информатором быть я. Он, кстати, уехал. Он ещё Тархун пьёт, кстати. Не, он не Тархун пьёт, ты чего? Он был в этом. Ну, там, где памятник Березину, Алексею, музыканту. Ну, в меню, в Любята был. Там меню же хорошее, помнишь, да, какое там меню? Да, станция Шахты. Станция Шахты. Выход на правую сторону. Уважаемые пассажиры, на данной станции отсутствует выход. Логика. Выход есть, но его нет. Ну, как бы, если через наблюдателя посмотреть, то, в принципе, его тут сделать легко. Да, потому что станция находится на каньоне. Кстати, смотрите, каньоне. Вот тут вот есть такая прикольная вещь. Это ледовая арена. Угу. Ну, а потом вот тут вокзал еще. Ну ладно, поехали дальше. Спойлерить особо не будем. Так, на следующей станции. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция вокзальная. Переход на линию... Следующая станция вокзальная. Осторожно, двери закрываются. Уже закрылись. И переход на четвертую линию, на 4А. Переход на линию 4А. На 4А. Станция вокзальная, переход на линию 4А. Уважаемые пассажиры, выход на правую сторону. Обращаем ваше внимание, то что информатор очень хороший диктор. Платите ему деньги. Кстати, вот такой вот вестибюль у этой станции, и станция неглубокая. Кстати, смотрите, вот тут я... Тут раньше было чуть по-другому, но памятник же до путям, я его починил. Угу. Тут теперь железобетонные шпалы. Да, раньше это, кстати, дырение. Вестибюль станции вокзальной 4-й линии. Вот так вот он выглядит, памятник же до путям, вокзал. Это пирожковый вал, это... Это какая-то странная постройка, я не знаю, что это. И, кстати, смотрите, тут гениальная идея. Тут почему-то дерево. Так пикнись ко мне. Смотри. Чё? Алло. Я тут. Вот, смотри, что там происходит. Я понял. Прикольненько, ребята. Да, правда? Это я сделала. За это надо лайк поставить. Да. Ладно, поехали на следующую станцию. Какая следующая? Площадь Империи Ром. Переход на станцию Свинго. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Площадь Империи Ром. Переход на станцию Свинговский проспект. Мы за третьей линии. Да? Угу. Хороший информатор.
Ой, а почему я под зельем невидимости? Нет. А, это у меня баг какой-то. У меня просто я у себя не отображаюсь почему-то. Баг. У меня тоже самое было. Свинбергский проспект. Ой, точнее. Ой, я забыл. Да, станция, короче, выход на правую сторону. Станция площадь Империи, робот. Да я просто, ребят, если что, не гоняйте то, что я плохой там озвучивающий. Если бы я знал станции, я бы их озвучивал. Я просто половину этих названий первый раз слышу, чтобы вы понимали. Вот такой вестибюль, конечно, он не это очень... Это памятник мне, смотрите, сравнивайте. Правда, тут я в роли женщины. Так мы это видели. Такая мы это уже все видели. Вот, кстати, переход. Вот такой вот огроменный. Да, кстати, я сменил пол. Угу. Конечно. Да. Вот. Поехали теперь на следующую станцию. Конечно, выходы не очень как-то. Да нормально, у меня и хуже. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Айксай. Переход на красную линию. Здесь, кстати, вот там вот съезд в депо Империи Роб, да, который да. называется. А чё я так медленно вот. Еду? Я не знаю, у меня такой же бак, и я у себя невидимый. У тебя ноги черные, вообще полностью черные. А почему я вообще медленно так еду? Да это баги какие-то. У меня такая же проблема. Что-то с сервером. Админу надо сказать. Угу. Админ как бы я, но не главный. Ну да. А я тут заместитель оператора. Ой, точнее, я вице-мэр. Боже. Точнее, я жена вице-мэра. Угу. Это мы приезжаем и... Станция Айксай. Конечная. Переход на станцию Айксай первой линии. Мы, кстати, хотели изначально то, что здесь бы я вот так вот сидел красиво. Вот. Вот таким вот образом. Давайте я вам покажу это, продемонстрирую. Я вообще должен был вот так вот сидеть здесь красиво. Угу. А потом оказалось то, что видео начинается с другой стороны линии. Ой. Кто пролезет? Со станции Витязева. Да. Там, кстати, уже готово две станции, Грибоедовская и Кислая. Точнее, наоборот. Мы их палить не будем. Да. Вот, кстати, уже готово там перегон, и там уже станция изменится. Да-да. Ну что ж, давай начнем, точнее, закончим, знаешь, где? Где? Пойдем ко мне. А ты где? Для начала, подожди. Надо кое-что. Тайм-дэй? Тайм-дэй. Алексей Дольский. Алексей... Нет, это не Дольский, это тут сократилось. На самом деле это Алексей Березникин. Дольский музыкант, бас-гитарист и да, группы Лапа. Ну что? Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Нам больше нечего сказать, ну а так к нам нечего сказать. Мы будем с вами прощаться. С вами был Про, а также Саша. Пока. Всем пока. Ставьте лайки. Да.